Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В сегодняшнем ролике разговор пойдет о моих впечатлениях от Spitzknit Pro. Посмотрим, что же я еще прикупила. Все находится вот в этом волшебном пакетике. Отвечу на ваши комментарии. Что произошло со спицами Knit Pro после использования. В общем, обо всем по порядку. У меня в чашечке струится аромат вкусного кофе. Советую вам тоже налить какого-нибудь вашего любимого напитка и послушать мой рассказ о новых спицах. И кое-что еще покажу, наверное, сразу покажу. Пока не забыла. В общем, кому интересна тема вязания, оставайтесь. Думаю, что будет интересно. Прежде чем я начну рассказ о своих новых спицах, которые я недавно приобрела, это опять Knit Pro, хочу ответить на один комментарий. Это мой процесс платья Аркабалена. Кое-что я здесь перевязывала. Кто следит за моим творчеством, те, я думаю, понимают, о чем я говорю. И сейчас я покажу. Был вопрос: Елена, покажите, пожалуйста, как вы добираете петли на подрезы. То есть, когда мы отсоединяем туловище от рукавов, вот здесь вот, мы добираем петли на подрезы. Вот я сейчас вам покажу, как это делаю я. На самом деле, я знаю три способа. Может быть, существуют еще какие-то. Но я вам покажу те способы, которые я знаю. Вот мы закончили вязать росток, допустим, или если без ростка азиатского, и это у вас петли спинки. Дальше нам нужно сделать петли на подрез, добавить и продолжить, и соединить с передом. Допустим, что это у нас сейчас так. Вот и как я добираю петли на подрез. Смотрите, на большой палец набрасываю. Ну вот, обычно набросила. И вот так вот. Сейчас я эту уберу, спицу. И вот так вот набираю. Вот, набросила, затянула. На большой палец набросила. И вот в это колечко. Вот сколько нам там петель нужно для подреза. Вот так вот я набираю. Вот и все. Вот в этом платье я набирала так. Еще существует способ. То же самое получается, только если мы не на палец набрасываем, а сразу на спицу. То есть берем вот эту ниточку и, смотрите, можно... Вот так вот от себя как бы набрасывать. Вот. Получается то же самое. Можно набрасывать на себя. То есть все то же самое. Здесь на этот палец мы набрасывали. Здесь мы можем набрасывать на указательный палец. Кому как удобно. То есть набросили ниточку и вот так. Или в обратную сторону. Если вы уж хотите какой-то аккуратности, может быть, вам в ту сторону, чтобы смотрела петля. Хотя здесь, я думаю, не важно. Вот такой вот способ поднятия воздушных петель спицами. Так, как бы я тут петельку-то не упустила. Немножко сейчас, пока мы не перешли на тему спиц, хотя мы уже перешли. В данном случае я вяжу на спицах Nova от Knit Pro и очень-очень довольна. Сейчас расскажу, чем они отличаются от карбоновых, расскажу о цене. И если будут вопросы по поводу, где я покупала, я скажу, что я покупала в виртуозах иглы.
Давайте еще раз. Смотрите. Вот. Вот так, наверное, с указательного пальца удобнее. Либо то же самое с большого пальца. Роли не играет. Итак, плавно перешли на тему спиц. Видите, в этом процессе аркобалена, вот чтобы у вас не было вот такой вот беды, здесь у меня ткацкий узел. Сразу обратите на это внимание. Здесь я буду что-то делать, подтягивать вот эти петли. Скорее всего, вот эту вот петлю, ну, так скажем, подошью иголочкой. Мне не нравится вот этот переход ткацким узлом. Видите, как в каждой пряже все по-разному. Соединение здесь буду делать другое. В этой пряже идут узелки, пряжа аркобалена итальянская. В общем, буду внахлёст делать соединение, когда будет переход, там узелочек будет, и его будет видно в лицевой глади. Поэтому вот сразу обратите на это внимание, мне не нравится вот этот момент. Может быть, даже и перевяжу. Сейчас попробую что-то подделать ниточкой с той стороны, с изнанки. Но, в общем, мне это вот дело не нравится. Сразу вам показываю. И вы увидели, видите, что я убрала одну секцию. Здесь был темно-темно-серый, с которого начиналась пряжа из середины моточка. Вот этот цвет. Я его исключила и перешла на следующую секцию. Не понравился мне переход от вот этого светлого. Это пряжа Янард Бэби Коттон, а это аркобалена. И вот когда идет здесь однотонный светлый, потом переходит на темный, в общем, мне не понравился этот переход. Скорее всего, я добавлю эту пряжу в конце. Будет такая темная окантовка у платья. По низу платья пущу. Ну, а здесь вот две секции вот этого серого от двух мотков собраны, и дальше пошла вот такая секция. Вот мне вот этот переход нравится больше. Все показала, теперь расскажу о именно непосредственно о впечатлениях от спиц, которые я приобрела недавно. Итак, дорогие друзья, переходим на тему спиц. Все знают мою историю со спицами Adi Lace Click. Это вот сиреневый набор, который у меня был. Успешно я его продала, чему очень-очень рада. И теперь немножко развею. Ну, если люди думают, что я там не умею вязать, и мне там писали комментарии как плохому танцору, так и вам мешают спицы. Ну что же, будьте при вашем мнении, а я расскажу о своих впечатлениях и о своем мнении. Думаю, что я имею на это право. Во-первых, спицы Adi, вообще спицы Adi мне нравятся, скольжение, нравятся кончики и нравятся сами спицы, но не с вот этим механизмом клик-клик. Я уже рассказывала, почему мне не нравится вот этот ужасный переход. Сейчас, увы, показать не могу, от где вот идет механизм клик-клик спицы. И мне не нравится, что этот механизм иногда срабатывает не в правильном месте, то есть отстегивается и со всеми вытекающими отсюда. Достать петли от отстегнувшегося механизма очень сложно. Потом пристегнуть, все поправить, а если скользкая пряжа, это просто, не знаю, это ужасно. Я вам покажу те спицы Adi, которые у меня остались и которыми я, в принципе, довольна. Итак, а вот эти спицы, но эти спицы, которые не в наборе Lace Click с этим механизмом, а обычное соединение. Вот здесь соединение спицы. Здесь нет механизма. Здесь нет ужасного перехода от лески к спице. Все плавно, все хорошо. Хорошие кончики, все замечательно. Но
Во-первых, эти спицы очень дорогие по сравнению с теми, которые я приобрела и которыми очень довольна. И здесь ничего, ну, я не знаю, что здесь такое, чтобы, ну, столько денег отдавать за вот эти спицы. И потом, это не разъемные спицы. Я уже рассказывала, почему я люблю разъемные спицы. Это можно отстегнуть, добавить дополнительную леску, есть фиксаторы. В общем, это удобно. Эти спицы не разъемные. То есть, это значит, нужно покупать либо разные лески, разные размеры спиц. А стоят они сейчас, я посмотрела, больше 1000 рублей. Это я говорю про вот эти спицы. В принципе, они хороши. Я думаю, что я объяснила, почему это не мои фавориты. Но, в принципе, если сравнивать с Lays, то вот это лучше. Здесь ничего не отстегивается и плавный переход от лески к спице. Ну, а теперь, что же я приобрела? Вот, кстати, на эту тему. Во-первых, сейчас давайте посчитаем, сколько пар спиц я приобрела и сколько было потрачено денежных средств. Вот мой заказ, 2208 рублей. Это номер заказа. Итак, считаем, сколько здесь спиц. Раз, два, три, четыре, пять. Это сейчас в работе, я вам сейчас их покажу. И шесть. Шесть пар спиц за 2208 рублей. Я вам сейчас покажу распечатку, сколько стоят спицы. Вот мы видим 330 рублей, 346 рублей, 332 рубля, 392 раза и самые дорогие это 420 рублей. Вот 6 пар спиц. Вот общая сумма заказа 2208 рублей. Даже 8 рублей мне простили. А я купила за 2200 рублей 6 пар спиц. И вот эти спицы, которые стоят около 1000, больше даже, чем 1000 рублей. Спрашивается, зачем? Эти спицы разъемные. Удобство я уже рассказывать вам, о их удобстве я рассказывать не буду. Если вы любите Ади, я сейчас вам покажу разъемную спицу, которая от Knit Pro называется Nova. Вот есть Ади Nova, я, по-моему, так называется, если я не ошибаюсь. И Knit Pro, у них сейчас есть эти спицы. К сожалению, в этом магазине я нашла только размер 3,25. Вот вы видите, 3,25. Там были другие размеры, но мне хотелось просто дополнить мой вот этот размер. У меня же уже есть размер от Knit Pro. И я хотела докупить в магазине спицы, ну так скажем, четвертинки. Да? То есть вот здесь есть троечка, потом идет 3,5, там 4, 4,5, но здесь нет четвертинок. Это карбоновые спицы. По-моему, так и называется набор Knit Pro Carbons. Вот. И я поехала в этот магазин. Сначала заказала в интернете, и потом поехала. Пошли мы пешком. И забрали, чтобы не платить за доставку. Благо, это очень близко от меня. Там есть еще вот эти вот спицы от Knit Pro Nova. И вот эти спицы очень похожи на спицы Ади. Я имею в виду металл. Кончики здесь тоже очень похожи. Ну, у Ади может быть немножечко тоньше. Совсем чуток. Вот я вам показываю. И то я это взяла 3,25, а эти, наверное, поменьше. Ну, пусть, ладно, пусть будет так. Не буду сейчас искать. Вот вы видите кончики у Knit Pro Nova и у Ади. Металл очень похож. Если я знаю, что есть вязальщицы, которым важен вот этот стук, скольжение,
Иногда раздражают карбоновые спицы именно стуком. В общем, я вам хочу сказать, если вы любите Ади, то вот эти от Книтпро Нова, во-первых, извините, цена в 3 раза дешевле. Вот сколько эти Нова-то стоили сейчас? Так, это Зинки, вот Нова. 346 рублей. И вот эти больше 1000 рублей, вы меня простите. Зачем? Так что, друзья, вот этими я тоже повязала. Здесь есть, ну, наверное, вытрется вот этот размер. Многие девочки советуют, вот пока он не вытерся, покрыть бесцветным лаком, ну, чтобы надольше хватило видеть, какой размер спиц. Так, теперь переходим. Я сейчас вам, во-первых, покажу, что произошло со спицами карбоновыми. Как раз отвечу на комментарий, недавно был, я вам обещала, уже, к сожалению, не помню ваше имя, кто задавал мне этот, это я укладывала на место, вопрос. А вопрос был в том, расскажите, пожалуйста, карбоновые спицы, говорят, вытираются. Друзья, вытираются действительно, я вам сейчас покажу. Вот эта четверка, я уже вязала на этих спицах. Вот вы видите, как будто, ну вот что-то здесь цвет поменялся, да, наконечника у спицы, видите? Если вы имеете в виду и вас вот это напрягает, вот то, что вытерся вот этот наконечник, и почему-то это произошло вот с четверкой. Я вязала тройкой, вязала вот 3,5, там, причем много вязала, и там ничего не вытерлось. А вот в четверке, вот вы видите, какой-то он стал золотой, что ли. Но это никак не повлияло на скольжение. То есть, вот как было здесь, скользко, так и осталось. Изменился цвет, видите? Вот. Так что вот, что произошло со спицей карбоновой после применение. Я не считаю это недостатком. Мне вот это совершенно, абсолютно от слова совсем не мешает. Ну, поменялся цвет. Ну, вот у джинджера вот здесь вот вытирается, если деревянный взять. Вот было коричневое, вытерлось до золота. Ну и что? Ну, поменялся цвет. Мне это совершенно никак не мешает. В общем, друзья, я вам говорю, как есть. А вы уже делайте сами, как говорится, решайте сами. Так, теперь я про Нова вам рассказала, про вот эти вот спицы. Очень рекомендую. Мне просто блеск понравилось. Я их даже сейчас, я вот сюда джинджеры положила. Почему? Потому что идет размер троечка карбоновая. Эти джинджеры у меня 3,25. И Нова тоже 3,25. Вот я их сейчас просто вытащу. Зачем я их назад положила? И положу в размер вот сюда вот 3,25. Благо здесь есть куда сунуть. Ничего страшного. Подружатся, помирятся, я думаю, две пары спиц. Чтобы я понимала, что у меня идет троечка, 3,25, 3,5, 3,75. 3,75 у меня будут идти от Книтпро Зинк. И сейчас я на них вяжу. Вот видите, почему рекомендую купить, ну, хотя бы один набор в чехле. Вот этот набор карбоновый. Чтобы можно было потом сюда класть ну, спицы, чтобы было все в порядке, чтобы они не валялись. Прекрасный вот такой чехол. Здесь тоже спицы. Ну, а здесь лески, вот заглушки, ключики для спиц. В общем, все, что нужно. Сейчас вы видите, здесь лески не все. У меня пару лесок из этого набора Ванечкином свадебном платье. Здесь было 3 лески. Ну, красота красивая. И столько отделений, куда можно положить четвертинки. Все у вас в порядке. Вам чехол, кстати, если отдельный чехол, он тоже стоит денег. Зачем? Купите набор
и у вас будет и чехол, и лески дополнительные, и коннекторы. Так, давайте теперь перейдем к спицам. Сейчас я положу четверочку сюда. Положу. Перейдем к спицам Zinc. Вот эти спицы. Они цветные, такие вот интересные. И я хочу вам рассказать, чем же они отличаются от карбоновых спиц. Ну вот видите, я старалась четвертинки покупать, чтобы дополнить карбоновый набор спиц. 3,25 и те размеры, которых нет вот в этом наборе. То есть четвертинки и то, что нет в наборе. Здесь заканчивается, по-моему, сейчас посмотрим, я эти еще не использовала, шестерочкой. А вот я докупила семерку, восьмерку, 6,5. Так, ну эти 3,75 у меня сейчас в работе. И 3,25. Вот я 3,25 купила от Zinc и от вот эти вот, которые Knit Pro Nova. Теперь давайте расскажу, чем же они отличаются. Вот они сейчас у меня в работе, эти спицы. Ну, я сейчас возьму другие, но эти вот 3,75. Четвертинками я очень люблю вязать, особенно вот когда вы вяжете какое-то изделие, и оно идет на расширение, то при помощи спиц, а не при помощи количества петель, мы можем расширить полотно. Это очень-очень удобно. Вот я сейчас вяжу на 3,75, может быть, перейду на четверку. Начинала вязать с троечки, понимаете, да? Троечка, 3,25, 3,5, 3,75. Полотно пошло на расширение без добавления петель. Ну, а теперь давайте я... давайте вот эти вот вытащим. Зинги, да? Все равно буду класть. Мне эти целлофан этот не нужен. Итак, друзья, чем же отличаются? Очень довольна вот этими зингами. Да, в принципе, вообще я довольна этой фирмой от Knit Pro. Но покажу отличие. Вот карбоновая спица и вот зинг. Ну, понятно, что здесь карбоновый, это металл, я так понимаю, карбон. А вот эта спица, зинг, это алюминий. Алюминий полностью алюминиевая, только вот покрашена до вот этого наконечника. А здесь же, смотрите, сам наконечник, если мы посмотрим, вот здесь вот переход. То есть здесь отдельно вот этот наконечник, он отдельно крепится к этому карбону. И я читала комментарии, что у некоторых он почему-то отлетал, там клеили его на лак или еще на что-то. Так что имейте это в виду, что в карбоновой спице вот здесь вот наконечник прикреплен отдельно к карбону. У зингов такого нет. То есть, если по надежности, то вот это вот надежнее в плане того, что здесь вся спица полностью летает, так скажем. Она вся из алюминия. Легкая, классная. Ну, а здесь карбон и вот этот дополнительный наконечник. И вот это вот тоже здесь, вот, ну, я не знаю, вы ощущаете вот этот звук? Здесь тоже вот этот механизм крепления ввинчивается куда? Он тоже здесь отдельно крепится к этому карбону. То есть, понимаете, спица состоит из трех частей. Наконечник отдельно прикреплен к карбону. И вот этот механизм, куда мы прикручиваем спицу к леске, тоже прикреплен здесь отдельно. Это карбоновая. В зингах такого нет. В общем, мне нравятся и карбоновые спицы, и вот эти вот зинг. Теперь вам хочу сказать, если у вас нет такого набора и чехла, соответственно, если вы будете в рассыпную покупать зинги, не выбрасывайте вот эти вот картонки. Здесь есть вот резиночки. Можно, в принципе, хранить и вот так, чтобы они не валялись у вас. И здесь, смотрите, что я сделала. Видите, наклейка с размером спиц, она идет
на целлофане. Вот, уважаемые производители, сделайте это не на целлофане. Я вот так вот брала аккуратненько это дело, снимала и переклеивала на вот эту картонку. Целлофан вы выбросите. Вот сейчас я вытащу эту картонку. А картонка вам нужна как чехол для хранения спиц. Вот все, вот так вот приклеили. И, в принципе, можно хранить спицы на этой картонке. Вот здесь я говорю резиночки. Так что не выбрасывайте вот эти штуки. Вот видите, я везде понаклеивала, сняла с целлофана и наклеила на картонку, на которой, в принципе, можно хранить спицы, если нет чехла. Но все-таки я рекомендую купить вам вот этот набор. Посмотрите, какая красота. Я вот это выбрасывать не буду. Переклеила наклейки и положила недостающие размеры вот в этот набор от Knit Pro. В работе 3,75 я еще сюда вот положу. И мне остается купить 4,75 недостающий набор. Все, мои спицы от Knit Pro разъемные. Да, это зинги, это не карбон. Но здесь есть недостающие размеры, которые, я думаю, что мне пригодятся. Так что все, весь набор у меня есть. Все замечательно. Скольжение мне здесь просто нравится. Это не такое скользкое, как у Ади, но мне, в принципе, вот это сильное скольжение и не надо. Вот, это зинги. Отличные спицы. Цена-качество, ну, я просто хочу сказать, на высоте. Ну, а теперь покажу вам продвижение по Анечкам. По Анечкиному свадебному платью вяжу я из итальянской бобинной пряжи. Это хлопок, лен лина, 350 или 360 метров в 100 граммах. Загляните в магазин Филата Итальяна и не забудьте про дополнительную скидку для вас в 5%, код Елена2 до 30 июня. Подробнее есть видео распаковка пряжи из этого магазина. Постараюсь ссылочку указать под этим видео. Сегодня я еду к дочери. Мне нужна примерка. Мне кажется, слишком вот здесь вот сузила я. Может быть, это некрасиво будет смотреться по фигуре. В общем, мне нужно все это дело примерить. Может быть, даже придется перевязать. Вот я здесь сделала как сужение, как регланную линию. Вот вы видите. Ну, об этом я сейчас рассказывать не буду. В общем, сегодня дочь мне сделает ногти. Прошу прощения за мой такой страшный маникюр. Ну, уже вот, можно сказать, через часок поеду к ней на примерку и сделает она мне ногти. Хочу вам показать, вот кто приобретет эту пряжу, чтобы не пугались. Вот стиранное полотно, здесь как дерюга, очень жестко, но все меняет ВТО. После стирки лен как будто перерождается, так что не пугайтесь, все будет хорошо. Ну, об этом процессе подробнее, пока ничего не могу рассказывать, мне нужна примерка, чтобы это все не переделывать. Расскажу вам потом подробнее, когда уже будет ясно, если я попала в размер, и ничего переделывать не нужно. Все, мои хорошие, на этом я буду заканчивать сегодняшнее видео. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, много полезных моментов я вам сегодня рассказала. Я на этом с вами прощаюсь. Всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.